Эти четыре знака зодиака самые везучие в любви. Четвертое место – Скорпион. Представители стихии воды Скорпионы непостоянные эмоциональны, причем как мужчины, так и женщины. Они легко находят новых пассий и завоевывают сердце поклонников, романтичны, приковывают внимание окружающих. Безусловно, Скорпионы могут преуспеть в любви, но из-за своей страстности и пылкости им трудно поддерживать стабильное отношение. Рожденные под этим знаком зодиака люди – знатные ревнивцы. В том числе их требовательность часто приводит к разрыву отношений. Именно поэтому Скорпионы не возглавляют топ самых везучих в любви, а занимают четвертое место. Третье место – Козерог. Мужчины-козероги выносливы. Это те люди, кто в трудную минуту всегда подставит плечо. Как мужья они нетипично заботливые, но просто идеал спутника жизни. Эти представители земной стихии очень трудолюбивы, ответственны и серьезны, обречены на успех в любви. А вот сказать то же самое о женщинах-козерогах, увы, не получится. Такие дамы чуть ли не при первой встрече вываливают ухажеру свое видение будущего. Конечно же, мужчин серьезные намерения новых знакомых отпугивают. Второе место – Весы. Весы – яркие представители стихии воздуха, ими управляет Венера, планета благополучия, красоты и любви. Весы стремятся к гармонии во всем, и их желание достичь равновесия – козырь при построении длительных отношений. Со стороны может показаться, что рожденным под этим знаком зодиака не хватает энергии, но это вовсе не так. Просто весы очень спокойны, мягкие и покладисты. Первое место – Стрелец. Представители стихии огня стрельцы способны завоевать любого. Они похищают сердце других знаков зодиака своим добродушием, искренностью и чувством юмора. Стрельцы – безусловные лидеры этого рейтинга везунчиков, которым фартит в любовных делах. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.